Ребята, с вами CryptoClub, и здесь вы найдете обзоры перспективных ICO проектов. Сегодня мы разбираем проект Bitnautic. Я уже снял по нему обзор, познакомились с проектом, рассказал, что, для чего, почему, зачем и как. И в этом обзоре, во втором обзоре, посмотрим рейтинги проекта. Поехали. Invest Future, смотрите, 76.46. Это пока что самая высокая оценка на моей памяти из последних проектов, да, которые я разбирал на сайте Invest Future. Вот 78 место, он просто вообще практически в топ-1 входит, в топ-1%. Вот как у него постоянно рос рейтинг с марта 2018, да. Давно уже за этим проектом следят. ICO Bench 4.4, также очень-очень высокое место. Трек ICO 5.0. Смотрите, максимальные просто рейтинги у проекта. Ну, CryptoRated вот в топ 30% его вносит, да, ICO Marks 9.3. Вот А3, ICO Top вот так оценивает. ICO Top я еще не встречал ни разу. Вот так вот оценивает Tropic. Все, в принципе, зелененькое. Да, ICO Holder позитив. Сейчас мы посмотрим на ICO Holder еще. Вот все Coin Launcher. ICO рейтинг хайп высокий оценивает, да. Вот, и оценку риска тоже высокая, оценка риска для инвестиций. Вот, смотрите, ICO Bench, так, сейчас загрузится страничка, стоп, да, вот, не зашел я на страницу еще, Bitnautic, что можно сказать, вот, профиль 4.4, да, 14 экспертов оценило, ну, это классно, много это на самом деле. Видение проекта оценивают на 4,7, да, вот это хорошо. Но в принципе здесь все оценки выше 4, поэтому здесь, наверное, да, вот два члена прошли проверку, да. Можно посмотреть, кто это. В принципе, вот это Джейсон Эдисон. Так, нет, это не они прошли проверку, это вот их ICO рейтинг. Интересно, что это. А, это рейтинг, видимо, на самом ICO Bench. Вот, смотрите, можно теперь почитать об этих людях. Вот. Интересно, это новинка такая, да, вот на ICO Bench. Ну и общий профиль ICO, вот они оценивают на 4,5. Высокие оценки, смотрите, ICO Holder, ну, позитивный, да, рейтинг 4,42, да, высокая оценка. Смотрите, мероприятие 4,23. 4,23, я первый раз вижу, чтобы за мероприятие оценка у кого-то была выше 2,5. 3 я не встречал ни у кого. Вот сколько я делал обзоров, 3 я не встречал ни у кого. И здесь сразу 4.23. Что за это? Ну, смотрите, здесь профиль ICO, да, видение, все, в принципе, гораздо выше 4, потенциал также высоко оценивают. Ровный кружочек практически. Но мероприятие, смотрите, здесь есть ссылка мероприятия. Я так понимаю, мероприятие — это активность в соцсетях, на форуме Bitcoin Talk, да, потому что здесь все, активность у них везде высока, вот, ну, практически. Вот, и именно поэтому за мероприятие у них такая высокая оценка. То есть, ну, не зря уровень хайпа высокий у проекта, да, поэтому и активность у него очень высокая, в соцсетях за ним следят, да, криптосообщество следит, вот, и верит в проект, в его развитие, в идею, успех. 4 члена, 5 6, 7, 8, 9 человек прошли проверку. 2-3 советника у них проверено. Вот. Ну, в общем, ребята, следите за проектом, подписывайтесь в Telegram, инвестируйте в ICO, да, если у вас есть желание. Спасибо вам за просмотр, оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра.